Хей, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем бродить игру, либо мы просто продолжаем бродить игру под названием «Морская братва». Так, нам предлагают дернуть за рубильник. Вот это была миссия мне прикольная. Почему всегда все должно быть так сложно, а? Все, отступать некуда, надо двигаться вперед. И опять полезные новости. Знали ли вы, что если спрятаться в этих водорослях, то вас никто не увидит? Вот он! Никогда не бойся. А сюда проплытнем. Эй, Кавка! Алло, я... Как насчет помочь мне выбраться? Я вообще-то в водорослях спрятался, нет? Так, это не работает? А, так электрошокеры рабочие. Да плевать. Хорошо. Так, сейчас он посмотрит на бумажник, я проплыву. Ну, нужно, конечно, чтобы этот уплыл. Пока нашел проезд, чуть не умер. Так, 400 бачей. Бля, сейчас меня словят. Он сейчас сигналку подрубит.
поплавать, как угодно. Плевать. Тебе придется слушать ради истории. Так, я же мчёшинку вижу. Ну сейчас нормально сработало, он меня не заметил. Ох, тупой энергетический защитник. Не помню, чем мне нравился этот уровень. А, скрытностью своей, точно. Если что, это последний уровень. Тут темно и хорошо. Пойди. И никакая акула меня тут не отыщет. Разве что вот это. Не ешь меня, пожалуйста. Хватит уже, а? Я вегетарианец. Вот еще. Я тебя знаю. Мы с тобой уже встречались. И ты хотел меня съесть. Я тебя спасти хотел. Я ведь не такой крутой, как все. Меня никто не любит, а теперь еще и Фрэнки из-за меня погиб. Все на свете думают, что я твоего брата замочил. И ждут теперь, что я со всеми акулами разберусь. Так бы и сделал, если бы умел. А мне бы вот только исчезнуть куда-нибудь. Эй, ты думаешь о том же, о чем и я? Что я думаю? О чем он думает? А ну-ка, ребята. Схонки, блядь. О-о-о, Нью-Сити. Так, вот какой план. Мы устроим посреди города большую битву. Ты сначала будешь рычать, а потом нырнешь. И все решат, что ты погиб, а я герой. Не знаю, Оскар. Популярности б тебе побольше, чтобы народу собрать. Успех и все такое. Да? И насколько популярным надо быть? Тебе нужны новые друзья. Рекламу себе устроить, раскрутиться, все такое. Станешь популярнее, приходи. Ага, понял, ладно. Никуда не вылезай, чтоб тебя не увидели. Популярности мне не хватает, тоже мне. Окей, нет, все-таки мы в городе уже большом. Биг-сити. Оскар! А знаешь такую поговорку старую? У рыб нет ушей, так что ему и музыка не нужна, а? У меня есть уши. Hard shell. Ладно, значит, все-таки... Еще серии будут. Слишком большой город. Давайте сначала низ изучим. Old School of Fish. Мотель. Так, гаечный ключ есть? 2 фунта китового жира есть? Морской огурец? Есть. Оскар, ты что, не слушаешь? Что мне тебе дать, чтоб ты ушел? Нахера я покупал здесь там здание, все это, если кукин. Я помню, по игре, да, я где-то покупал, у меня было охерительно здоровое здание. Оскар, псих, я Джош Узор. Может, мы родня? Или нас с детства перепутали? Но тогда ты был бы крабом, а я рыбом. Диск надо? Давай. One way. Вам туда. Построю себе бункер, запасусь кормежкой. Блин, я бы такой, чтобы вернуться обратно.
Так, ладно. Давайте тогда от мэрии начнем. Отсюда. О. Бухта, бухта. В смысле бухта-барахта, а просто бухта. Бухта-барахта. А он сказал просто бухты. Кемберс. Крем-кола. Пипец здесь Кока-Колу рекламируют. Приувел? А у меня есть что надо. Диски. 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 Так, очередные гонки. The hook. Before you die, you eat. Если ты ешь, то умираешь. Потому что умирает едем. Или съедаем. Честно, я большинство город, я этот город вообще не помню. Те уровни я все помню. Этот город я не очень помню. Знать бы мне заранее, что я так долго проживу. Так, вот это нужно запомнить, что туда и вернуться можно. Хотя мы вернемся чисто для того, чтобы заплатить за ту всю комнату и все. Слышь, я тебе вот что скажу. Можешь раз в жизни оставить меня в покое? А, диск возьми. Так, окей. Ну, в принципе, все, да? Я все здесь залутал. Да, все. Поэтому возвращаемся в наш предыдущий город. На Вриф возвращаемся. И докупать. Горло морское. Помогите, помогите, я плавать не умею. Ха-х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 а. Эй, это же Оскар вернулся. Набрал еще денежек, да? Сегодняшний пароль. Да. 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 Да, 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 да. Дом Оскара где? Так, нам осталось купить холодильник. Да. Слушай, а на свалке такое бесплатно. Не можешь купить хорошее, купи такое, чтобы на помойке много места не занимало. Ну, по факту все. Ну все, здесь нам больше делать нечего. Ты кто такой? Больше здесь, в этом городе, нам вообще делать нечего. А честно, скорее всего, я в том городе вообще почти нихера не делал. Поэтому, скорее всего, в моей памяти с быстрой акулой это была последняя миссия. Что, давайте какое-то задание выполним. А сколько мне надо вообще?
знаю, Оскар, популярность бы тебе. Ага, 1500. Ну, давайте гонки. Деньги есть. Эй, Оскар, что за беда, малыш? Мы знакомы? Тебя все знают. Ты же античелюсть. А я, значит, рекламный агент. Работаю на Coral Call, слыхал, небось? Да, видел что-то такое. Короче, наша компания устраивает в Южном Рифе гонку. Coral Call 600. Участвовать могут все, но к тебе у нас особый интерес. Ну и? Гонку выиграешь, будешь во всей рекламе. Я из тебя звезду сделаю. Ну, в принципе, бесплатно, поэтому да. Запоминаем. Приветствуем болельщиков гонки Coral Call 600. За комментаторским пультом Стэн. Самые быстрые рыбы со всего океана собрались здесь для участия в грандиозных гонках. Вы только посмотрите, среди участников античелюсть. Джентль рыбы, приготовьтесь! Мау, нет, вы видели? Тише, похоже, что челюсть сразу вырывается вперед. Ах, шумит, ты шумит! Античелюсть выплыл вперед, но сможет ли он сохранить первенство? Но мне их не обязательно до них дотрагиваться. А, так я не могу ускоряться. Да, походу обязательно до них дотрагиваться. Они заходят на второй круг. Здесь много лишних потоков. Короче, об этой звезде можно забыть. Он только замедляет. Ну, по крайней мере, соперников я не вижу. Я думаю, это хорошо. Хорошо. Главное в поток воздуха не попадать. Внимание, внимание! Участники на последнем круге! Зачем эти звезды в гонках? Хоть бы соперники были получше. Ну типа не то чтобы. О, все, я понял. Догоняют. Я соперника слышал. Я слышал соперника, поэтому валить надо отсюда. Давай. Они почти у финишной черты! А как вам это нравится, мистер? Парень, я каждый день это говорю, но сегодня все серьезно. Ты просто отпад. Вот и я об этом же.
Осталось только заснять тебя с банкой Coral Cola в руке, и чтобы надпись была видна. В руке? О, теперь мы на фише. Ну что, давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом закончим. Да. В следующей серии мы выполним раз миссию. Два. Три. Подожди, тут даже больше миссий. Раз, два, три, четыре и пятую. Больше ж нету, да? Пять миссий. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.